Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Сейчас мы с вами ответим на вопрос, как же рассчитать вес тела в жидкости, физика за 2 минуты. Итак, давайте с вами посмотрим, что мы сделаем в самом начале. Вот я беру динамометр, беру грузик, вот, и подвешиваю этот грузик к динамометру. И мы с вами видим, что динамометр у нас взял и растянулся. И динамометр растянулся, пружинка динамометра растянулась. И что она нам показывает? Она показывает сейчас вес этого тела. Вот если мы посмотрим сейчас, ну, приблизительно 1,2 ньютона вес этого тела. Давайте с вами обозначим вес тела в данной ситуации. Вес тела мы обозначим буквой P, вес тела в воздухе. В воздухе. О, ВВ. Вес тела в воздухе. И мы с вами посмотрели 1,2 ньютона. Ну, к примеру, в данной ситуации. А вот сейчас, если я возьму это самое тело, буду погружать в жидкость. Вот, погружаю в жидкость. Пружинка-то у нас все меньше. О, погрузилась полностью. Ну и сколько здесь? Ну, допустим, 0,3 ньютона. Это что у нас такое? 0,3 ньютона. А это вес тела в жидкости. То есть вес тела в жидкости получился равным 0,3 ньютона. То есть он уменьшился. А почему он уменьшился? Очевидно, со стороны жидкости. На это самое тело тоже действовала сила. Эта сила называется сила Архимеда. То есть еще существует и сила Архимеда. Вот сила Архимеда как раз таки и была равна 0,9 ньютона. Это что же у нас получается? Для того, чтобы найти вес тела в жидкости, нужно из веса тела в воздухе отнять силу Архимеда. Вот все. 1,2 от 0,9 ньютона. И мы получаем с вами вес тела в жидкости. Ну, есть разные источники. Иногда пишут вес тела просто-напросто. Это сила тяжести. Отнять опять-таки силу Архимеда. Ребятки, давайте с вами начнем понимать, что физика — это такая наука, где нужно понимать, что происходит. А какими буквами все обозначается, это уже второстепенное. Вот так вот. Иногда вес тела обозначает буквой W. Слово weight. Вес тела. Поэтому нужно просто-напросто понять. Для того, чтобы найти вес тела в жидкости, нужно из веса тела в воздухе вычесть силу Архимеда. Что такое сила Архимеда? Это уже, как говорится, другая песня. А сейчас мне хотелось бы вам напомнить, что учите физику на самом суперском канале, который называется «Физика». Это просто. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего всем вам доброго, до свидания, до новых встреч.